Анонс и дата выхода нового турецкого сериала «Шахмаран». Премьера нового сериала состоится в начале 2022 года на интернет-площадке Netflix. Серенай Сарыкая снимается в новом сериале для Netflix, который посвящен мифическому существу Шахмаран. Она наполовину женщина и наполовину змея. Ее история встречается в различных вариациях в фольклорах Турции, Ирана, Армении и Ирака. Инцидент с убийством Шахмаран – общий конец во всех легендах. У всех убийство Шахмаран олицетворяет здоровье и исцеление человека. В Турции образ Шахмаран считается национальным достоянием. Про нее сложены легенды, а ее изображение используется на вышивке, украшениях и тканях. Тысячи лет назад в Тарсе в семиэтажном подземелье жили змеи. Эти змеи, которых называли Миран, были действительно умными и ласковыми. Они жили мирно. Королеву Мирана звали Шахмаран. Она была красивой молодой женщиной. Согласно легенде, Джемшап был первым, кто увидел Шахмаран. Он был сыном бедной семьи, которая зарабатывала на жизнь продажей древесины. Однажды Джемшап и его друзья обнаруживают пещеру, полную меда. Добыв мед, они сбегают, оставив его одного. Джемшап видит дыру в пещере и понимает, что отсюда утекает свет. Увеличивая отверстие ножом, он попадает в прекрасный сад, подобно которому никогда в жизни не видел. В этом саду он видит уникальные цветы, бассейн и множество змей. Змея с молочно-белым телом восседает на троне во главе бассейна. Джемшап, завоевавший доверие Шахмаран, много лет жил в этом саду. Шахмаран рассказывает ему о медицине. Спустя годы он умоляет уйти, говоря, что очень скучает по семье. После этого Шахмаран соглашается его освободить, но он должен пообещать, что он никому не расскажет о ее местонахождении. Главные роли в сериале исполнили Серенай Сарыкая, Бурак Дениз, Мерт Рамазан Демир и другие. Напомним, премьера нового сериала состоится уже в начале 2022 года на интернет-площадке Netflix. Если вам нравятся сериалы, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.